Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, мы продолжаем маленькие кошмарики, игрушка прикольная, понравилась мне, смотрю, понравилась вам, прям там все писали, продолжай, где серия, продолжаем. А в прошлый раз мы с вами закончили на том, что что-то слишком тихо мне как-то, по-моему, прибавился звучка, чтобы, бляха, каждый шорох слышать, потому что без шорохов здесь вообще, так... Ты хочешь мне подвигать? Не хочешь. Без шорохов здесь ничего не поймешь. Это же игрушка страшная. Про маленькую девчушку, непонятно какую. Про какого-то конуса, который бегает с нами. Причем он, по-моему, как не один. Много этих конусов бегает, я уже, по-моему, заметил. Мне кажется, это разные вообще, а не один и тот же. Так, опять у нас электричество. Опять эта херь. Опять эту херь как-то нужно отключать. Давай посмотрим, куда идет провод. Провод идет куда-то наверх. Очень далеко наверх идет провод. Хорошо, полезли наверх, без проблем. Я так понимаю, что... Опа! Конечно, куда-то сюда. Игрушка не просто двухмерная, как ты успел заметить. Смотри-ка, она еще... Она, походу, делала псевдо 3D, там все дела. Сюда переходишь, туда переходишь. Лезешь, ползешь, и все нормально. Ну, полезли, ползли. Давай. Так, а ты... Ой-ой-ой, не надо так делать, спокойно. Ты можешь прыгать? Молодца! Может, смотри-ка. Все она может. Она похлеще нас с тобой. И бафь из рук такой. И прыгает только в путь. А где переключатель? Подожди, ну-ка. Включи ко мне. Писали что-то про эти огоньки, типа они контрольные точки, но не всегда. Какой-то бред на самом деле. Ну, контрольные точки не всегда. Такое вообще может быть. Так, как там бегать-то? Опа. Ясно, понятно. Все замечательно, все хорошо, все отлично. Давай только сверху меня, пожалуйста, зарисай. Ну, блин, ты хар... Вот нахера, вот серьезно, вот объясните мне, каким образом работают эти гребаные контрольные точки? Ну, опять эта хрень подводит, сука, как в прошлый раз с холодильником. Ну логично же было, что нужно по цепи лезть, но она не лезла. Вот что ты со мной делаешь, объясни мне. Я же подходил, цеплял с самого начала эту цепь. Я, наверное, все это вырезал. Потому что, бляха, было столько попыток неудачных. Я уж куда только не прыгал. Оказывается, нет, оказывается, на цепь. Представляешь, просто надо взять и залезть на цепь, ну обосраться. А здесь нужно просто взять и выключить питание. Только не убивайся, пожалуйста, и не разбивайся. По всей, вот даже по лестнице она с первого раза взяла и полезла. А тут почему-то ведь... Куда ты? Зачем? Зачем ты спрыгиваешь? Тебе нужно залезть наверх. Давай, я буду тобой командовать, ты будешь исполнять мои команды. Давай, запрыгивай. Молодца! Чё это? И чё? Нет? А, типа и... А зачем это надо? Может, они сейчас отвалятся и разобьются? Допустим, смотри-ка. Нет. Так, ну ладно. Ты куда? Ебо. В смысле? Ты чё, мать? Ага, все хорошо. Полезли. Вот, видишь, опять не берется. Почему? Она то спокойно берется, представляешь, вот просто подходишь, нажимаешь на кнопку схватить, и она уже лезет по нему. А то не лезет ни хрена. Ага. Нам не сюда. А куда нам тогда? Может быть, его нужно наоборот спустить? А для чего? Для чего его спускать? Подожди-ка. Да вообще я сейчас растерялся, прямо не понимаю, куда его зачем спускать. Ну, я вот тебя ни хрена не вижу. Залезь. Ну для чего-то же это сделано. И он уезжает. А, я понял, окей. Здесь не нужно держать, он просто едет до конца сам по себе. Переводишь, быстро прыгаешь и куда-то едешь. Все ясно. Давай, поехали. Ну да, пушка. Ну да, прыгни. Ну да, теперь нам нужно куда-то сюда. Хорошо, ну блин. По плоскости по этой не очень удобно. Ты вроде как бы прыгаешь вперед, а оказывается, что ящик гораздо там, получается, здесь выше или ниже, что ли. Это будет подводить, мне кажется, не раз нас в таком платформе. Хотя, возможно, мы привыкнем. А вот тебе, собственно, и выключалка. Возможно, мы привыкнем к этому, а возможно и нет.
Что такое? Открывай их. Да а чё вы заперлись-то, алё, ящичка? Хорошо, вот этот работает, допустим. Какой следующий рабочий? Вот ты. Да, окей. Залезь туда. Теперь вон туда. Не-не-не, вон туда. Вот, запрыгивай. Вот, отлично, и теперь все нормально. Хорошо. Это же навсегда правильно включено? Выключено. А это зачем? О, конус, ёпта. Конус вон сидит. Сейчас конус спа... Сейчас конуса спасем. Не знаю я, зачем она их поджигает. Вот серьезно, не знаю. Они не работают как сохранение. Может, это и не сохранение, нихрена. О, побежал упырь. Куда ты, ёпта? Сорвался, я ж тебя спас. Так, ну... Допустим, я могу попробовать запрыгнуть на петлю, но что-то мне подсказывает, что если на нее запрыгну, то я умру. Нет. А, ну вон оно как. Оно сделано специально для того, чтобы я спустился и не сломал себе ноги, потому что обратного пути нет. Точно, я же ящик никак не смогу перед... А что это было сейчас? У меня палец нажимал на кнопку сильней... Ёб твою мать, серьезно? А, нет, все, отлично. Света уже нет. Фу, блин, я же держал кнопку, ты чё отпустилась-то, мать? Ты больше так не делай. Да хорош, опять плесень эта ебаная. Вас чё тут прям на темноту-то как прёт, алё, молодежь. Вы чё, не надо так делать ни хрена. Они прям, смотри, там, где влажно, мерзко и темно, появляется это говно. Оно пытается просто на меня прям залезть, как-то сожрать меня. Обкулы, как удавы, знаешь, хотят меня задушить их всем херам. Но у вас ничего не получится, ребята. Я, блядь, с зажигалкой бегаю, я все вижу. Вот, глаз появляется, вот там сохранение. Хорошо, я понял. Ой, еще там что-то... Так, пацан, здорово. Ты же пацан, да? Я же тебя видел где-то. Вон сидит, смотри. В клетке. А как тебя спасти? Опять, что ли, глаз? Ну, ёпта. Глаз, глаз. Ладно, глаз, но ты не окчемный. Ты же вообще не прикольный. Тебя можно... Не, ну мы уже поняли, что как бы гораздо проще пройти вот тут вот. Просто берешь и проходишь, и вообще насрать на все. Тележки какие-то. Зачем? Зачем это нужно? Вот же спокойно, хороший путь. О-о-о-о! Уползай, уползай в тень, 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 тень! Ну и все, делов-то. Делов-то, я тебе говорю. Какую-то тележку передвигает. Зачем это все? Нет, это реально какой-то корабль. Это что-то прям огромное. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. А здесь нужно было бежать. Здесь я просрал момент, я понял. Я самоубьюсь. Я не специально, она просто спрыгнула. Я тебе говорю, здесь не очень удобно пространство понимать, в каком именно месте ты находишься сейчас. А дети сидят в клетках. Да блин, серьезно, с глаза что ли опять? Хорош угорать-то. Давай попробуем пробежать по тележке, чего бы нет. Раз уж тележка здесь есть, давай пользоваться ей. Он, кстати, за ней следит. Смотри, тележки, это глаз такой. Хитрожопый глаз. Следит за тележкой. Давай, 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 давай. Он реально, смотри, он специально делает, чтобы я запалился, пока на ней еду. Хорошо, давай. Только главное темп держать. Если ты не держишь тележечный темп, то ты умираешь. Ах ты ж, вот да, я тебе говорил, все сгорело. Ну сзади надо пробегать, ну ёптишься. Загради меня, пожалуйста, тележню, как хочешь. Неблагодарная ты носилка для метлы. В следующий раз вот тебя тележка подставит, так же ей скажи. Скажи, эх ты! Больше я тебе свою метлу, сука, не доверю. И все. Бежали. Я срать хотел на все эти приключения. Я спокойно пройду вот тут. Мне вообще-то нормально проходить. А теперь быстро вот сюда вот. И все. И все. И понимаешь, и все. О, это не все. Спокойно. Уйди, уйди. В тень, в тень, в тень, в тень, в тень, в тень. Все, 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 все. Ах ты ж какой собака, ты посмотри, он как резко переместился. Так, все, быстро. Быстрее, 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 быстрее. Раз. Хорошо. И это тоже надо побыстрее, скорее всего. Нормально. Да, смотри, ящик упадет. Кто-то разводил мосты. Какой-то хер хочет нас подставить, чтобы мы провалились вниз и умерли. Вот сейчас вообще нехорошо, не надо сейчас так делать. Где сохранение? Сохранение где?
Кунуса. Их уже двое, смотри-ка. Тюрьма. Открыто достижение. Так, я тюрьму прошел, что ли, какую-то? Я так понимаю, что чем больше конусов мы освободим, тем больше армия будет бегать вместе с нами. Так это классно. В конце такая армия конусов. Даже если мы размером с палец, с мизинец человеческий, то мы можем встать просто вот так вот, и кто-нибудь наступит нас и сломает себе кость, и проткнет ногу, и умрет потом от гангрены. Поэтому конусищ наших надо спасать. Это наши друганы, они нас, судя по всему, не подставят. Они, наверное, добро-то запоминают. В их конусовидной голове всякое что-то должно откладываться. Кто-то в комментариях написал, что это дети пирамиды Голлума и Сайлент Хилла. Но если это его дети, то они слишком спокойные. Что такое? Ага. То они слишком спокойные и Но пугают они, сука, не меньше, хочу я тебе сказать. Пугают только так временами. Ну-ка, открой-ка. Ты что, еще проход? Что там? Я не вижу ни хрена. Да, туда можно пройти. Подожди, ну толкни дверь. Не толкает. Стул-то она может толкнуть, это я знаю. Но для чего? А запрыгни. А, так ты и по ящикам можешь лазить. Ну вообще красота. Зачем? Зачем ты так поступаешь? Объясни мне. А стул нам куда тянуть? Возможно, там сверху... Это как? Подожди, это хорошо, конечно. Там был еще один проход куда-то. Что-то она бегать разучилась, что ли? Я не пойму, или что? Мать, бегай давай! Че обленилась-то? И куда тут этот проход нам нужен? Ты можешь открыть ту херь? Зацепись. Нет, не может. А тут закрыто, тут глаз. Тут нас спалят. Или что это? Блин, два прохода, зачем так много вариантов? Туалет. А там непонятно что. Ну-ка, пойдем сходим. Ну давай, беги. Я просто не знаю, куда лучше. Здесь вроде как поспокойнее обстановка. Там какие-то унитазы, красивые зеленые обои. Все шикарно, все спокойно. Все нормально. А вот здесь вот я не понимаю, что тут на более нижней... Более нижней, блядь, на более низкой палубе. И кто-то каким-то хером открыл дверь, когда я притащил стул. Я не понимаю, как это связано, но разработчики это как-то связали. Связали и все. Так, здесь есть красная кнопка, которую мы сейчас нажмем по-любому. Давай, запрыгивай, нажимай. Для чего это надо? Ой! Еще один. Я тебе говорю, ну блин. Тут смотри, по ходу дела есть необязательные комнаты-то сами по себе. Есть обязательные, через которые ты, ну, по-любому по сценарию должен проходить. А есть необязательные, где прячутся конусы. И мы только что затащили еще одного конуса. Спасли его, получается. Хорошо, конус, потом мне спасибо скажешь. Но все-таки вот эту хрень со стулом я так и не понял. А вот если бы я не попал, например, случайно на то место, куда нужно этот стул поставить. Я... Вот тара-та-та-та... Стой! Ты... Замечательно. Я в эту комнату не заходил, если что. Игра, ты меня немножко... Да? Ты меня прям чуть-чуть совсем... Я сюда не заходил, ну блин, а чё если я этого чувака теперь не спас? Что за херь-то? Бунь? Футбольца. Чё тут у нас? Это чё, кот? Сука, кто-то палит меня, смотри. Тут чё-то у них какая-то явно с этими, с глазами проблема. Чё-то с этими глазами есть связанное. Ну-ка, пойдём-ка. Смотри, шкаф открывается. Ты видал, он следы на полу? Такие беспалевные. Вообще просто прям ноль эмоций. И вот это открывается тоже. Смотри-ка, ну-ка. Открываешься? Да. Хорошо, ну и шкаф же открывается. Тут какая-то двойной проход, что получается вообще. Ну блин, подтолкни.
А глаз-то шевелится, мне кажется, или нет? Или меня глючит? По-моему, только что пошевелился. Так, ладно, хватит нам. Это что сейчас было? Так, ладно, нам, походу, дело наверх, подожди-ка. Здесь тоже, наверное, какой-нибудь конус прячется. Во, здесь нужен ключ, смотри-ка, ни хрена себе. А ты такой ключ с огромный, ты несешь вообще, нет? Он, по-моему, с тебя ростом. Представляешь, ключ, который будет с тебя ростом? Ты же его не поднимешь. Он же просто, блядь, просто тучу килограмм будет весить ключ, который будет с тебя ростом. А вот, смотри, фотка этого хлыща, вон, смотри, висит, который нас ловил. О, вот и ключ, отлично, а как надо прыгнуть? Сейчас сообразим. А вон фотографии конусов. Этот любит конусов, судя по всему. Так, ну-ка. Спокойно. Не надо вот так поступать. Ты уж если прыгаешь, тогда прыгивай. И мадама. Жалко, что этих мадамов не дают. Может, их разбивать надо? Упади. Да, прикинь! А чего вы мне раньше не сказали? Я бы их раньше разбивал. Да ну охереть теперь. Скинь его. Блин, только не помирай. Не помирай, тебе не надо. Как же так-то? А, это что? Тоже можно открыть, смотри. Ну-ка зацепись. Ну обои же рваные, но видно, что-то есть. Чьи-то ботинки. Это что сейчас? Я думал, опять кого-то повесили. Это просто чувак висит. Спокойно. Распил херню и прошло сохранение. Глаз загорелся. Это значит, что тех мадамов, которые были до этого, я тоже мог спокойно разбивать. Но они мне не сказали. Тут заметил, в этой игре вообще ничего не говорят. А что? Вот опять ты роняешь. Кидай. Во. Ну, блин, ну я, как говорил, замок-то с нее примерный, ключ тоже с нее. Он тяжелый, она, значит, сильная просто обосраться какая. Ты сейчас будешь играть, да? Ну-ка. Я сейчас поиграю. Пошел отсюда в жопу. Играй там, в другом месте. Ну, давай меня не паникуй здесь, мне нужна коробка. Потому что оттуда я не допрыгну. Можно, конечно, с этой макаки запрыгнуть, но мне кажется, вряд ли. Нет, нужна коробка, чтобы открыть лифт. А где я ее возьму? Там были какие-нибудь коробки? Серьёзно? Она в обратную сторону не открывается, да? Ёпты. Может быть, тебя? Нет, тебя, может быть, тебя? Нет. А, ты хочешь ни хрена себе, спасибо. Они хотят, чтобы я мартышку бросал. Почему бы и нет? Давай. Только, по-моему, я не докину до туда. Еще одна комната приехала. Не, это что-то, если это даже и корабль, то это какой-то весьма-весьма странный корабль. Опять хочешь мартышку кидать? Ну, пойдем, мартышка. То с нами конусы бегали, теперь с нами будет мартышка бегать, представляешь? Наш друган. Мартышка-нажималка. Будем с помощью нее нажимать на кнопки. Нормально. А теперь, походу, дело надо прятаться, да? Я пошел спрячусь. Я не знаю, для чего. Он для чего-то открыт, этот ящик. О, тихо, а там, наверное, сидит конус. Подожди-ка, смотри-ка. Спокойно. Зацепи за конус. Вот. Нет, значит, никто не сидит. Ну, как хочешь. Я пытался спасти конуса. Его там нет. Со мной пойдешь, нет? Пошли. На всякий пригодишься. Крысы! Крысы, сука! Сейчас забомблю вас всех этими обезьянами, поняли, нет? Ты чё? Алло, 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 ты чего? Опять жрать хочешь? Да не, давай только ты крысу жрать не будешь. Я уже понял твой намёк. Где крыса?
Да я понял, подожди! У нее с желудком проблемы какие-то, реально. Бляха. Нет, вот сейчас сохранение прошло. Не понимаю я. Ну, по-любому надо крысу жрать живьем, причем, прикинь. Фу, да это обосраться просто. Она уже не бегает. А вон висит крыса, отлично. А она у крыс мясо заберет. Ёпты. И в клетку посадит, конечно, это ловушка. И музыка запела какая-то, представляешь? Ну ешь, ешь! Сейчас запрут, я тебе отвечаю, сейчас запрут. Слишком подозрительно. Я все знал заранее, но ничего не мог с этим поделать, потому что она очень сильно хочет жрать. Кто ты? Дай посмотрю. Да, блин, это длиннорукий собака. Ой, я, походу, делал не один тут такой. Смотри, вон еще одна сидит. Так они все в капюшонах сидят. Или мне кажется? Ну-ка, толкайся. Вот она дикая, короче. Просто прям выбивает собой. Здесь нужно что-то открыть. Сейчас мы придумаем, что. В принципе, понятно, что нужно затащить ящик. Ты смотри, а можно их открыть-то, нет? Эй. Открой. Нет, нет, вот тебя точно можно открыть. Нет, нельзя. Чувак, извини, но я тебя буду использовать как инвентарь. Чё за бред тут происходит? Кто этот длиннорукий? Кто эти дети? Почему они все одинаково одеты? Кто спонсор, блядь, этой одежды? Запрыгни наверх. Да ну... Спасибо. И нужно успеть, да? Не успеешь. Хорошо, допустим, не успеешь здесь по-любому. Возможно, нужно найти какой-то крюк. Или что-то тяжелое повесить сюда. И тогда оно спокойно будет работать. Пойдем сначала сюда выйдем. Так, вот. Возможно, это сохранение. Потому что писали, что есть лампы, а есть фонари. И, типа, одно другому не мешает, но одно из них сохранение, а другое нет. Подожди, логично, что нужно поставить что-то под дверь, чтобы дверь не успела закрыть. Точнее, она просто не закрылась. Но пока я не вижу, что именно можно туда поставить. Залезь. Может быть, где-то сверху что-то от меня прячут. Опа! Опять клетка. Нет, сверху ничего нет. Но успеть я тоже не успею. Может, раскачаться? Точно, смотри-ка. А, спрыгнуть прям. Ну, окей. Да я понял, понял, игра, ты опаздываешь со своими подсказками. Моя голова уже все давно сообразила. Я тебе говорю, я все знаю об этой игре. Я знаю, что должны были запереть нас в камере. Знаю, что нужно раскачаться. Знаю, что лоханулся по ходу дела, потому что здесь некуда пойти. Хотя, может, ну да. Так, мы давно не встречали конусов, у нас мало друзей. Все наши друзья куда-то разбежались. Причем, смотри, конусов никто не ловит. Может, там в ванне есть там конус? Конус там есть? Нет, там никого. Ну, окей. Пока вообще... О, бляха, тихо ты. Пока вообще ничего не понятно, что происходит. Ты что-нибудь понимаешь? Я нет. Кто-то писал в комментариях, что нихрена не понятно, но очень интересно. Аналогично. Давай пойдем вот так. Опа, это зря так. Лошлет! Тихо, 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 сесть, сесть, сесть. Все, 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 все. Да ладно!
Так вот это уже плохо. А как? В смысле? Ой, чем накормил меня. Спасибо. Он их кормит. Подожди! А, нужно было, по ходу дела, люк поднимать каким-то образом, каким я пока не понимаю. Но он же слепой! Я же остановился, он должен был меня потерять. Какая из этих половиц скрипит? То есть ее нужно оббегать вот тут. Да как же ты меня хватаешь-то, друган? Ты же слепой! Так, понятно, возможно, ее нужно перепрыгнуть просто. Вот собака огромная, смотри, хватает меня как. Вот так вот надо сделать, смотри. Как? Так, он еще не понимает, походу, дело, что я жив, да? Или что происходит-то? Это что? Эй. Подвисло все. Хорошо. Ну смотри, как только что-то скрипнет, он начинает реагировать, но... В то же время он не может понять, где. Он меня нащупал просто тупо. Вот, допустим, сейчас. Он сейчас меня не найдет? Да ну как тебя... Можно по клеткам прятаться, судя по всему, смотри. Все, я понял. Судя по всему, надо от клетки до клетки. Или просто в клетку. Бляха, это сложно. Они скрипят, походу, дело все. Да ну нет, тут ты меня не найдешь, не-не-не. Можно как-то спрыгнуть бесшумно? Спустись просто. Да ладно, опять что ли? Ёк ты ж тебя. Ты чё, дружище? Тебя вообще невозможно пройти, что ли? Не, ну пройти-то его можно по-любому, только как? Я пока не понимаю. Но первый секрет мы разгадали. Первый раз мы просто перепрыгиваем через половицу и сидим в клетке без палева. Хорошо. Так, собственно, и сделаем. Но он еще нюхает, он нюхач! Ах ты ж пес хитрожопый. Так, вон какая-то крюк. А, так на крюке можешь проехать, смотри-ка. Можно было, наверное, залезть на крюк и проехать просто на нем. Ни хрена себе. А можно было, наверное, просто притвориться какой-нибудь херней. Он, кстати, повесил бы, наверное, на крюк и отправил бы. Смотри, прикол. Смотри, что он делает. Он берет, достает, заматывает и вешает на крюк. А почему-то они пролазят-то? Я вообще в растерянности. Бляха, место такое непонятное. Можно попробовать про ящиком пролезть. Но, скорее всего, нужно просто было пробежать.
беги быстрей. Сядь, 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 сядь. Да залезь ты в дырку-то! Все, потерял, 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 потерял. А вон кнопка, все, я понял, что нужно сделать. Там есть, короче говоря, рычаг и есть треугольная кнопка замазанная. Нужно, короче, рычаг в кнопку захерачить, и все будет нормально. А! Серьезно? Вот ты собака такая. Ладно, все, давай, нехера тут в игрушки играть. Этой херней заниматься. Сейчас быстро делаем, как во второй раз, и все будет нормалек. В клетку, наверх, и все нормально. Вот так вот делаем, и все хорошо. Ну он нюхает, ходит. Он типа отвлекся. То есть теперь мне нужно просто спокойно слазить, да? Нет, спокойно слезть мне не получится. Быстрей давай. Быстрей возьми! Так, все, он идет. Он идет, а я бегу! Отлично. Вот и все, деловка. Фу, бляха. Напряжный момент. Такой напряжный, такой непонятный, что аж обосраться. Хорош там ботинками-то кидаться у меня, слышь. Ну-ка. Все, вот тип сохранения пошло. Вот теперь на этом можно закончить, наверное. Блин, какой непонятный длиннорукий хрен. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки, на инстаграм тоже подписывайтесь. Всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.